Наше путешествие приобретает очень интересный ход событий. Мы познакомились с чуваком в маршрутке местным, и он, короче, дал нам ключи от дома. Говорит, живите здесь сколько захотите. Очень добрый парень. Антикапиталист. Мы забыли закрыть калитки, поэтому к нам пожаловало много гостей. Свиньи, куры, кошки, собаки, коровы. Эта корова зашла к нам в дом, наложила большую кучу. Давай, хорошая. Давай, 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 давай. Топ, топ, топ. Как и в другом месте. Торт нам сделала. Да, моя кормила хлеба, он нам сделал торт. Как новенький. Отправимся скоро на поиски самого райского места на земле. Да, оно существует. И оно находится в Грузии. В этой деревне. Я думал снять видео, какой в Грузии хороший автостоп. А я не успел достать камеру, и мы уже едем. Плавались, намырялись, накупались. Очень опасно, потому что везде камни и скользко. И везде пропасти. Но красиво. Красота невероятная просто. Здравствуйте, доктор Зойберг. Что у вас с носом произошло? Что у вас под носом, на носу?